Торжество таланта, силы и красоты. Больше 1000 ульяновских бизнесвумен стали участницами форума деловых женщин. Традиционно в Ленинском мемориале открылась выставка бизнес-проектов. Рестораторы и ювелиры, владельцы мебельных производств и дизайнеры представили свои работы. Предприниматель Екатерина Рудковская представила экспозицию рукотворных костюмов для восточного танца. Сверкающими нарядами легко привлечь внимание, а на форуме можно завести полезные знакомства. У нас дизайнер также является Диана Зольникова. Она сама придумывает костюмы, мы их шьем самостоятельно, либо с помощью каких-то ателье, но в основном самостоятельно, конечно. Костюмы привезли, чтобы было больше ярче, чтобы увидели нашу деятельность. Иногородние гости тоже участвуют в выставке проектов. Марина Шатунова из Пензы не первый раз на форуме. По ее мнению, сфера женского бизнеса хорошо развита в Ульяновской области. Марина планирует наладить междугороднее сотрудничество. Уровень очень хороший. Ваш форум один из, на мой взгляд, ярких, потому что я езжу абсолютно по всей России и принимаю тоже активное участие. И мне нравится именно как уровень организации, как подборка спикеров, так и люди, которые здесь очень открыты, общительные. У меня здесь очень много друзей. Руслан Гайнединов напомнил о программах, которые созданы для поддержки женского предпринимательства. В Ульяновске они реализуются на протяжении 5 лет. Это известные проекты «Бизнес-мама», «Мама-предприниматель», федеральный проект, в котором Ульяновская область больше всех принимала в России участие. И с прошлого года, соответственно, поручениями губернатора, на примере этих проектов были они масштабированы на территорию всего региона. Форум продлится неделю. В нем будет задействовано более 15 тематических площадок. Семинары и мастер-классы, выставки товаров и круглые столы. Предпринимательницы смогут как пройти обучение, так и поделиться своим же опытом. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Управды ТВ.